На инвестиционном форуме в Сочи компании традиционно демонстрируют свою инвест-привлекательность, ищут новых инвесторов и подписывают соглашение о сотрудничестве. Московская область и торговый дом «Богородские овощи», он входит в группу компаний «Виктория Эстейт», договорились о реализации сельскохозяйственных инвестиционных проектов на территории Подмосковья. Это достаточно интересный крупный инвестор для нашего региона. Инвестор, который в основном работает в сельхознаправлении, но при этом рассматривает и другие смежные отрасли. И именно в этой связи было подписано соглашение. Нам важно, чтобы инвестор создал целый кластер на территории Ногинского района. Компания будет в том числе строить предприятие по производству грибов. Объем инвестиций около 1,5 миллиарда рублей. Для нас это важно в силу того, что мы считаем сегмент грибов не загруженным в Российской Федерации в целом и в Московской области в частности. Исходя из этого, мы поддерживаем подобного рода компании, готовы компенсировать капитальные затраты на объекты, которые вводятся в нашем регионе. Представитель компании «Виктория Эстейт» рассказывает, проект по строительству агропарка начали еще в 2015 году. Планируют построить около 120 гектаров тепличных комплексов. Инвестиции превысят 25 миллиардов рублей. С 2015 года мы реализуем очень крупный инвестиционный проект на территории Подмосковья. Это агропарк площадью 1400 гектаров земли. Я думаю, что к 2019 году в Московскую область мы проинвестируем порядка 23-25 миллиардов рублей. В первую очередь, которую мы для себя понимаем, это первые 380 гектаров земли должны быть освоены до конца 2020 года. Тепличный комплекс, общая площадь 120 гектаров земли до 2019 года. Общий объем продукции порядка 100 тысяч тонн овощей. Планируем со всего комплекса. В прошлом году мы подписали ряд соглашений уже с ритейлерами, то есть ритейлеры уже ждут, когда наша продукция появится, чтобы поставлять ее на рынок. Еще одно соглашение подписали с временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Но только пока о намерениях по реализации инвестиционных проектов в регионе в сфере промышленности и сельского хозяйства. Компания «Виктория Эстейт» является хорошим известным инвестором. Они проявляют интерес к инвестированию в различные проекты на территории округа. Мы обсуждали целый набор различных направлений, которые могли бы быть интересны компании, в которые они могли бы прийти. И мы надеемся, что то соглашение, которое мы сегодня подписали, оно и будет основой нашего дальнейшего взаимодействия.